смог взять эту страну. Потому он сделал Украину. Я все время говорил, что после Грузии будет Украина. Тогда все смеялись. Мне очень неприятно, что я оказался прав. Я говорю, что не дай бог у нее пройдет Украина, я думаю, что не пройдет. Следующий будет страны Балтии и Польша. Все должны понимать, что сейчас вопрос, сейчас это момент правды для всей европейской и евроамериканской цивилизации. Просто работать. Сценарий один к одному, то уже только глупцы могут иначе сейчас говорить. К сожалению, те люди, которые говорили, что в чем-то Россия была оправдана в 2008, но я думаю, что они, им сейчас Путин четко показал вообще, в чем реальность ситуации. Что бы мы ни делали, Грузия, Украина, другие страны бывшего Советского Союза, куда Путин может дойти, он обязательно дойдет. Спасибо.